Всем привет, друзья! Вы на канале SkyTop Games, и это небольшие новости касаемо игры «Война миров» — War of the Worlds. Много вопросов, комментариев я вижу по поводу того, что происходит в закулисье разработки игры. Игроки, которые не состоят на Patreon, знают достаточно мало. А кто состоит на Patreon, знают много, но распространять инфу не могут. Раф держит все в строжайшей тайне. Конечно, если ты что-то узнал больше, пиши в комментах, буду рад почитать. Что удалось выкроить, так сказать, по поводу планов и движения разработки хода игры. В конце этого месяца мы получим новое видео, наконец-то. Абсолютно новый геймплей с исправленными ошибками, что могли наблюдать ранее в игре. Сам Раф так заявил. Также в дискуссии сказали, что лучше доверять дорожной карте и уточнять там, чтобы знать конкретику хода разработки. Также в ранний доступ игра может с уверенностью 70-80% выйти все-таки в этом году. Если, по словам, все пойдет по плану, если нет, то это уже будет точно 2025 год. Все пойдет по плану звучит как-то не очень по мне. Что именно может пойти, скорее всего, не по плану, я так думаю, это баги, которые исправляют второстепенно с добавлением механик. Баги возникают абсолютно с любой разработкой игры. И это как шило в заднице, знаете. Поэтому Раф, скажем, так хочет даже выпустить продукт сыроватым, но с меньшим количеством багов, чтобы игру не обосрали на первом этапе ее жизни. Все-таки игра заслуживает отдельного внимания в данной разработке. Вполне понятное дело. Лучше чуть дольше доработать, но пусть продукт себя покажет достаточно хорошо и даже зарекомендует. Кстати, такой комментарий я однажды видел у себя на одном из выпусков новостей «Война миров». А теперь, наверное, немного о проделанной работе. Переработаны штативы, то есть сами треножники, исправлены и введено в игру кучу новых звуков животных, медведи, лисы и прочее. Новое окружение в игре, новые звуки выстрелов оружия, новое поведение NPC в игре, а также взаимодействие с ними, новые диалоги, исправлены провалы в местности на карте, чуть исправлена анимация разрушения, новый свет, новые анимации NPC. Думаю, пока на этом все. Ждем нового геймплейного ролика, который мы обязательно с вами разберем. Ну а с тебя палец вверх, подписка на канал, лайк и комментарий. До новых встреч!